Эксперты Банка России выявили 33 нелегальных кредитора на территории Сибирского федерального округа, в том числе в Республике Бурятия и в Забайкалье. Обналичивание денег происходило путем выдачи целевых займов, обеспеченных ипотекой. После этого жилищные кредиты погашались средствами материнского капитала. Забайкальцы отдавали своим кредиторам до 15% от суммы. Законодателем у нас предусмотрена специальная статья в Уголовном кодексе. Это статья 159.2. Мошенничество при получении выплат. В ней есть несколько частей, скажем так. Это, собственно, просто мошенничество при получении выплат. Первая часть, да, наказание, насколько я помню, там до 100 тысяч рублей. Ну, полагаю, что это нечастая ситуация, поскольку есть часть вторая, это мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору, поскольку, как правило, все эти схемы, они реализуются, ну, как минимум двумя лицами, а то и тремя, четырьмя и более. Там норма уже предусматривает до 4 месяцев ареста. Тот, скажем так, бич, да, этой, вообще всей этой схемы и катализатор, подталкивающий людей к этим махинациям, это мошенничество при получении выплат организованной группой. Наказание, предусмотренное данной частью, часть 4 статьи 159.2, до 10 лет лишения свободы. Мошеннических схем множество. На какие только ухищрения не идут люди, чтобы получить легкие и большие деньги. Почему же забайкальцы так легко идут в руки к преступникам? Ответ очевиден. Чаще всего деньги от материнского капитала можно потратить на погашение ипотечного кредита или целевого займа. Граждане покупают жилье у близких родственников, последние остаются жить, где жили. А полученные наличные псевдопокупатели тратят на свое усмотрение. Обращаясь к нелегальным кредиторам, клиенты рискуют не только переплачивать по займу с более высокими процентами, но еще и лишиться своего имущества по той причине, что нелегальные кредиторы работают незаконными методами по взысканию долгов. Для того, чтобы определить законный статус кредитора, необходимо найти компанию на сайте Банка России, в реестрах и справочниках участника финансового рынка. Если ее там нет, тогда это нелегальный кредитор, и о нем нужно сообщить в Банк России. Вся информация по выявленным нелегальным кредиторам на территории нашего края была направлена в правоохранительные органы. В отношении них возбудили несколько уголовных дел. Продолжаются проверки. Юлия Сидельникова, Евгений Погорелый, Николай Шунков, ЗапТВ.